Про картоплю багато говорять, багато розповідають. Ну і, звичайно ж, мабуть, усі з радянських часів пам'ятають легендарний фільм, де з картоплі можна приготувати неймовірну кількість страв і їх перелік. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як правильно зберігати картоплю впродовж зими, ну і, звичайно ж, як її підготувати до цієї зимівлі. Прямо зараз актуальний сюжет, їстівна азбука, експерти розкажуть про користь картоплі, а після цього продовжимо розмову з нашим постійним ранковим експертом. Молода картопля багата на біофлавоноїди. У ній містяться вітаміни А, В1, В2, В5, холін та фолієва кислота. У молодій картоплі вітаміну С втричі більше, ніж в тій, що пережила зиму. Если говорить об умеренном потреблении картофеля как продукте достаточно калорийном, можно сказать, что молодой картофель чуть менее калорийен, в основном именно за счет большого количества содержания воды. Калорійність молодої картоплі становить 60 кілокалорій на 100 грамів продукту. Крім того, вона містить в собі ряд незамінних мінеральних речовин, таких як калій, кальцій, магній, йод та сірка. Молода картопля нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту, покращує обмін речовин. Тобто крахмал, який зберігається в картофелі, він обладає свойством пониження кислотності, тому він активно рекомендується при гіперацидних состояннях, тобто при язвенній болезні з повищеною кислотністю желудочного сока і при некоторых других состояннях. Крім того, в цьому овочі мало цукру, відсутній жир, але зате він містить багато білків. Тому варіть картошку, пеките картошку, старайтесь это делать, не очищая ее от кожуры, и тогда те замечательные свойства картофеля, о которых мы знаем, это и витамины, и, конечно же, калий, который в большом количестве содержится в картофеле, будет в вашем организме в нужном количестве. Как бачимо, картопля – это не только доступна, а и корисна їжа смачного. Доступна і корисна, але не тільки. Більше фактів розкаже наша ранкова гостя, яку я радий вам представити. В нашій студії завідувач вимірювальної лабораторії фермерського господарства Олена Кубай. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, вкотре ми вже продовжуємо говорити про овочі, як їх правильно зберігати, ну і, звичайно, ще як заготовити всі ці дари природи, які ціле літо ми вирощуємо для зимівлі. Отже, якщо говорити про картоплю, які, скажімо так, проблеми і маніпуляції треба з нею провести до того, як закласти, скажімо так, на зимівлю? Сохранить выращенный картофель без потерь на протяжении длительного периода можно только при условии выращивания легких сортов, также при высокой агротехнике и своевременной уборке. Угу. Если вы залаживаете на хранение картофель здоровый, без механических повреждений, созревший, то тогда успех хранения зависит от режимов температуры, влажности воздуха, угу, а также от легкости самого сорта. Что такое легкость сорта? Легкость сорта – это длительный период хранения, угу, самого картофеля. Якщо ми говоримо про ось цей факт, так, про картоплю, скажімо так, як його визначити, чи це можна знайти, наприклад, в якійсь літературі про той чи інший сорт? Когда весной вы собираетесь приобретать картофель на посадку, обязательно поинтересуйтесь, изучите характеристики сортов картофеля. Даже, например, если брать лук, морковь, на хранение залаживаются только среднепоздние и поздние сорта, то картофель здесь можно и ранний залаживать картофель на хранение. Такий, навіть, факт є. Завжди думав, що раннє – це тільки так, їсти влітку, скажімо так, ну і восени ще трохи. Единственное, что ранний картофель залаживается на хранение только когда идет второй оборот посадки. То есть ранний картофель мы выращиваем в два захода. Первый – это ранней весной, и второй – в июле месяце высаживаем и убираем ее где-то сентябрь месяц, начало сентября, конец августа. Вот такой картофель можно залаживать на хранение, он прекрасно хранится, и вы используете как в еду его, так и как посадочный материал на следующий год. Какие специфичные условия для того, чтобы его сберегать, потребуется?
потрібні чи ні? Да, нужны обязательно. Вот так, теперь без але ніяк. Да, каждый раз, когда вы приходите в свой погреб, подвал, перед закладкой на хранение нужно его очистить, подготовить к хранению. Что касается картофеля. Картофель мы выкапываем, и обязательно, это если в домашних условиях, если это дачник, либо там участок земли, мы выращиваем картофель, обязательно выкапываем и оставляем на, в сухую солнечную погоду где-то примерно на час, на два, чтобы она просохла. Угу. Если это пасмурная погода, то до 4 часов. Просыхает картофель. Тобто має відвалитися, скажімо так, все зайве. Тобто будь-яка земля, яка налипла, вона має відпасти. Да, она должна хорошо проветриться, просушиться. Когда у нас идет уже просыхание картофель, картофель просох, готов, мы его собираем. Собираем и перебираем. Крупный картофель у нас отдельно, мелкий отдельно. То цей принцип, скажем так, делить в будь-якому випадку, я зрозумів, овочів, він все ж таки працює. Что касается картофеля, то крупный картофель отдельно мы зачем отбираем? Для того, чтобы использовать его первым в еду. Потому что крупный картофель, он не годится для посадки, и он не так хорошо хранится. И найзручніше его чистить все ж таки. После того, как мы перебрали картофель, есть такой очень важный прием, который знают хорошо те фермеры, которые выращивают большие площадя. Значит, картофель обязательно нужно заложить, так скажем, не сразу в погреб, а ее нужно провести такой лечебный период. Значит, ее закладывают либо же у входа в погреб, либо же, если это у нас температура воздуха на улице прохладная, где-то примерно там 15-18 градусов, можно держать где-то в гараже. Это такой субклимат, скажем так, між тим, где будет зберігатися потім картопля и где она была. Да. Для чего это делаем? Это делаем для того, чтобы тот картофель, который был механически поврежден, который был где-то заболевание, там, пораженный, он заживает, то есть вот эта кожура, она грубеет, он дозревает и заживает, это все затягивается. Соответственно, когда мы перенесем потом в погреб уже на хранение, она будет лучше храниться. Если картофель здоровый, значит мы храним, закладываем на лечебный период где-то приблизительно 10-12 дней. Если у нас картофель, мы знаем, что на участке очень сильно болел, то примерно до 20 суток мы выдерживаем при температуре 13-14 градусов. После этого мы картофель опускаем уже в погреб-подвал. Там які йому лакшері умови треба для того, щоб він класно себе відчував? Картофель хорошо храниться при температурі від 2 до 6 градусів. Влажність 85-90%. Якщо у нас температура ніже 2 градусів Цельсія, то тоді у нас картофель починає підморожуватися, тоді у нас картофель починає, при розрізі ми бачимо бурі п'ятна, такі образовуються, як сірова, меланоз еще называется заболевание, серые пятнышки. Если у нас температура длительный период 0-1, тогда ткань у нас розовеет, то есть она подмораживается. Если температура 6 градусов Цельсия, выше 6 градусов Цельсия, тогда у нас очень прогрессирует заболевание, и она очень быстро прорастает. Поэтому важно, чтобы для картофеля было 4-5 градусов Цельсия температура. Это как раз оптимальный, скажем так, температурный режим. Да. А если говорим про соседство с другими овощами, как тут быть? Потому что, помните, например, там мы говорили за яблоко, так что они помогают всем другим дозревать швидше, прорастать швидше. Як тут бути? З ким сусідство абсолютно має не бути? А який, можливо, овоч допоможе триваліше зберегти картоплю? Ну вот, например, если мы говорим уже о закладке в погребах, есть несколько способов закладки. И вот два способа самых таких распространенных, когда мы закладываем в ящики, либо в контейнеры деревянные, вот здесь мы для того, чтобы она хорошо хранилась, потому что есть такое, как оттепевание картофеля, то есть картофель, он мокрый становится,
становится, как роса, то тогда мы накладываем сверху 2-3 корнеплода свеклы. Свекла отлично помогает картофелю храниться. Почему? Потому что она вбирает в себя всю лишнюю влагу. Тобто и ей добре, и картошке. Да, и картошке хорошо. Что касается там других, которых нежелательно соединять, нежелательно соединять с яблоками, это мы уже обговаривали, почему, потому что яблоко набирают вкус картофеля крахмалистый и выделяют вещества, которые способствуют прорастанию самого картофеля. Вот. Дальше. Еще есть такой способ хранения, как высыпают просто на пол. Я знаю, что очень часто используют это в селах. На голый пол, так скажем, нельзя высыпать картофель, обязательно нужно застилать. Застилать нужно досками, либо же какой-то поддон, чтобы не было просто на земле, либо же на бетоне. А если мы говорим, там, не знаю, сено, сечка и так далее, то какие варианты? Будет оно доброе, или только будет сприяти тому, что прорастает картопля? Нет, это тоже будет хорошо, но единственное, что сено, оно вбирает в себя влагу. Если, например, это у нас земля не бетонированная, она будет вбирать в себя влагу, соответственно, отдавать влагу картофелю, нижний картофель будет прорастать. Вот. Плюс такий варіант, якщо ми не підстеляємо, чим це погано, скажімо так, підмерзає все ж таки, чи ця картопля, чи швидше проростає, чи гниє, який мінус у тому, що ми не підстелили? В зависимості, звісно, від температури, опять ж таки, самого погреба, якщо там 2 градуса, ну, это критичная такая вот температура, то земля может быть давать немножко ниже температуру. Здесь может быть подмораживание самого нижнего слоя. И опять же таки прорастать, потому что там будет влага. До речі, якщо ми говоримо про картоплю, ми більше заакцентували увагу на тому, що і ранню теж можна зберігати. Якщо про інші сорти і, скажімо так, ті сорти, які пізніше збираються, висаджуються, як із ними? Менше мороки у зберіганні? Чи абсолютно це універсальні, скажімо так, умови для будь-якого сорту? Это универсальные условия, потому что требования картофеля, вне зависимости от того, какой он есть, ранний, поздний, средне-поздний, одинаковые. Вот, ранний картофель, такие популярные сорта, как Минера, Ривьера, Белороза, это самые такие популярные сорта на сегодняшний день, они выращиваются во второй оборот, летний оборот, в июле месяце высаживаются. Они точно так же себя ведут, как и сорта, которые вот поздние, которые высаживаются, и срок у них вегетации 80 днів. До речі, ще одне питання. Ось ми бачимо навіть і зараз на ось цій картоплі, тобто з часом вона починає, в народі називають, бабчитися, тобто волога, яка в ній є, вона виходить. Як бути з цим? Ми говорили про те, що зайву вологу можемо прибрати за допомогою сусідства, а недостача вологи, як можна компенсувати? І чи можна врятувати таку картоплю, якщо це масове, скажімо так, явище у погрібі, де зберігається картопля? Якщо масове, то це означає, що у нас дійсно есть проблемы с влагой, то есть влага очень низкая. Соответственно, нужно здесь действовать. Обязательно нужно приобрести прибор, гигрометр для того, чтобы понимать, какая у нас точно влажность. Потом мы набираем емкости воды. Мы либо же периодически обрызгиваем наши стены, пол, для того, чтобы повысить влагу. А вы не саму картоплю? Нет, саму картоплю нельзя. Либо же берем мешки, такие вот делаем мешочки, развешиваем их сверху на потолок, мокрые, и со временем они отдают среду влагу. Среду что краще попасть? Какую-то, либо же ту же самую какую-то ткань, либо же, например, но не песок, это точно. А опилки, сено, такой вариант? Опилки и сено, это как раз они вбирают в себя, а нам нужно, чтобы отдавало. То есть лучше ткань какую-то. То возьмите мешочки небольшие, туда какую-то ткань, намочите ее и развешьте. Она будет отдавать периодически влагу, соответственно, влага будет подниматься. Ось так, дорогі друзі, тому думаємо, що на всі ваші питання, які могли виникнути в ході нашої розмови, відповіли вам. Вам, звичайно ж, хорошого зберігання картошки, тривалого, нехай картопля радує і тішить. Ну і, звичайно ж, на вашому столі завжди будуть страви саме із неї.